РФ сформировала очередной гумконвой для Донбасса. Во вторник автомобили 76 гумконвоя покинут Донской спасательный центр МЧС в Ростовской области РФ и отправятся в Донецкую и Луганскую области. Россия заявила о завершении формирования под Ростовом на Дону очередной 76-краткой автомобильной колонны МЧС с так называемой гуманитарной помощью жителям Донбасса. Об этом со ссылкой на пресс-службу российского министерства сообщает в понедельник, 7 мая, РИА Новости. МЧС России завершила формирование 76-краткой гуманитарной колонны. Во вторник автомобили покинут Донской спасательный центр МЧС в Ростовской области и отправятся в Донецкую и Луганскую области для доставки жителям гуманитарной помощи, говорится в сообщении. Ожидается, что утром во вторник колонна пересечет границу через пропускные пункты Донецк и Матвеев-Курган, где пройдет таможенные процедуры, в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов. Отмечено, что общий вес грузов составил более 400 тонн. Грузовиками управляют водители-спасатели, которые принимали участие в десятках гуманитарных операций по всему миру, отметили в ведомстве. Как известно, предоставление так называемой гуманитарной помощи Донбассу со стороны РФ проводится регулярно с августа 2014 года. Ранее сообщалось, что сепаратисты не пустили АПСИК-75 гумконвою из России. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.